Агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан совместно с Министерством дошкольного образования Республики Узбекистан представляют. Зумрад и Кыммат. Давным-давно на краю оврага стоял маленький домик. Жили в нем четверо. Старик со своей дочерью Зумрад и жена старика со своей дочерью Кыммат. Старуха свою родную дочь любила, а падчерицу ненавидела. Постоянно наказывала и ругала ее. С утра до вечера работать заставляла. Ни минуты покоя ей не давала. Зумрад была девушка добрая, приветливая, умная. Кыммат же ленивая, капризная, сердитая. Целыми днями ворчала и ссорилась со всеми. Бывало, встанет рано утром Зумрад и бежит к роднику. Цветы ее встречают, радуются. Здравствуй, Зумрад! Здравствуй, Зумрад! Доброе утро, милая девочка! Ложись, отдохни на травку! Отдохни, а мы тебе песенку споем! Вместе с соловьями споем! А старухину дочь цветы не любили, потому что Кыммат обижала их, рвала, ногами топтала. Поэтому, когда Кыммат мимо них проходила, все цветы прятались от нее. Ой, прячьтесь, прячьтесь! Кыммат идет! Кыммат идет! Закрывайте лепестки! Пришла, пришла! Сейчас сорвет нас! Сорвет! Все это еще больше злило старуху-мачеху. Стала она думать, как бы ей Зумрад сосвету сжить. И вот говорит она как-то старику: «Дочь твоя непослушная, лентяйка! Прогнать ее надо! Не то сама уйду, и духу моего здесь не будет! Отвези Зумрад в лес и сделай так, чтобы она заблудилась! Вместе с ней жить я не буду!» «Да что же это? Как же быть-то? Эх, доля моя горькая!» Повел старик свою дочь Зумрад в горы. Долго ли шли они, или коротко ли? Зашли они в такую глушь, где нога человека не ступала. Посиди здесь, на камне, доченька. А я пойду дров нарублю. Хорошо, батюшка. Ушел старик от дочери далеко-далеко, повесил топор на большое дерево и, истерзав свою душу, оставил Зумрад одну в лесной глуши. «Эх, горе мне, старику! Бросаю я собственную дочь, как желает моя старуха! Как же быть мне? Тяжела моя доля, ой-ой-ой-ой-ой!» А ветер все дует и дует. Топор покачивается и стучит о дерево. Тук, тук, тук. Зумрад слышит стук и сидит спокойно, ждет. Думает, это отец дрова рубит. Долго, очень долго она ждала своего отца. А отец все не идет и не идет. Пошла девочка в ту сторону, откуда стук топора доносился. Вдруг видит, стоит дерево, на дереве топор висит, а отца-то нет. «Батюшка, где же ты? Потерялась я. Ой, помогите! Как же я найду дорогу домой? Может,
По этой тропинке пойти? Или может, по этой? Ой, как же страшно-то в лесу одной! Что же делать? А вот, кажется, звук какой-то. Это птички поют. Пойду по вот этой узенькой тропинке. Здесь и цветочки дорогу мне показывают. Они головками, бутончиками кивают, будто шепчут что-то. Долго шла Зумрад. Стемнело. Наконец, заметила девочка вдали какой-то огонек. Прислушалась, слышит, собака лает. Пошла она в ту сторону, где огонек светился, и скоро подошла к маленькому домику. Заглянула она в окно, видит, в домике сидит старуха. Зумрад обрадовалась, зашла в домик, поздоровалась со старухой и рассказала ей все, что с ней произошло. «Как хорошо, моя милая, что ты пришла ко мне! Такая ты добрая и ласковая! Не печалься, девочка, помогу я тебе!» «Благодарю, бабушка! Вы меня как родная мать приняли! Что мне для вас сделать? Скажите же, любая работа мне по плечу! Для вас я все охотно сделаю!» «Ой, что это за звук? А-а-а! Это же птицы прилетают ко мне на крышу, новости свои со всего света рассказывают!» А старуха-то была добрая лесная волшебница. Она понимала птичий язык и услышала, как пташки в своих песенках хвалили Зумрад. Рассказывали о ней только хорошее. Обрадовалась этому старуха-волшебница. Добрым словом называла Зумрад. Куклы ей красивые и нарядные подарила. Сказки рассказывала. Такие интересные книжки с рисунками показывала, каких нигде больше не найдешь. А девочка за домом ухаживала, пол подметала, окна мыла. Так прожили они вместе несколько дней. И вот как-то раз собралась старуха плов приготовить. «Поднимись, доченька, на крышу, достань дров». «Хорошо, бабушка». Крыша была высокая. С этой крыши всю округу во все четыре стороны было видно. Фух. Ой, а как далеко все видно. Ой, а что это там? Это крыша моего родного домика. Ах, как же сердце бьется! Как же домой мне хочется! О чем плачешь, миленькая? Вон там вдали мой родной дом виднеется. Я по отцу соскучилась. Ой! Не плачь, моя хорошая, не плачь, дитя мое. Сейчас плов приготовлю, поедим. А утром я тебе скажу кое-что. Зумрад, бусинка моя, собирай игрушки. Сегодня домой поедешь. На крыше у меня два сундука стоят, красный и белый. Ты белый сундук оставь, а красный с собой возьми. А я пойду в лес схожу. Зумрад обрадовалась и стала своих кукол собирать. А старуха тем временем
привела из леса буланного коня, запряженного в арбу, посадила на нее Зумрад и поставила перед ней красный сундук. «Вот тебе ключик от сундука. Сундук откроешь, когда домой приедешь. До свидания! Будь здорова!» «Спасибо! Спасибо, милая бабушка! Я вас никогда не забуду! Прощайте! Прощайте!» Не успела девочка оглянуться, как арба уже перед родным домом остановилась. Видит Зумрад, перед домиком отец сидит, пригорюнившись, а дочке думает. «Отец! Отец! Папочка! Я так соскучилась по тебе!» «Миленькая моя вернулась! Доченька! Прости, прости старого отца! Давай, давай скорее в дом! Радость-то какая! Соседи! Соседи! Соседи, сюда все! Моя доченька Зумрад вернулась! А что это милая за сундук привезла с собой? Давай откроем его, посмотрим, что внутри!» «Ой, что это? Ой, красота какая! Красота! Ох, полно всяких дорогих вещей! На всю жизнь добра для Зумрад хватит! На всю жизнь! Вот это да! Красота! Сколько золота!» Увидев это, злая мачеха засуетилась, забеспокоилась. В тот же миг приказала она старику отвезти Кхмат в лес и оставить там. Старик так и сделал. Наступил вечер. Пришла Кхмат к дереву, на котором старик повесил топор. Закричала, заплакала. Но ни цветы, ни соловьи, никто ее не стал утешать. Одни только совы кричали в темном лесу. В страхе побежала Кхмат по лесу и прибежала к домику, где жила волшебница. «Не печалься, доченька, я тебе помогу!» «Давай! Давай, быстрей только! Быстрей!» Не нашлось ни одного доброго слова у Кхмат, чтобы старуху поблагодарить, потому что мать ее этой доброте не научила. Обиделась волшебница и ни кукол девочке не дала, ни сказок ей не рассказывала. Кхмат с утра до вечера бездельничала, ленилась, домик не убирала. Грязно стало в домике. Окна и полы пылью покрылись. «Полезь-ка, доченька милая, на крышу, достань дров. Я плов приготовить хочу и накормить тебя». «Полезайте сами, доставайте, я вам не служанка». «Ну, полезай, милая, помоги мне, старый. Совсем тяжело мне лезть на такую высоту». «Ой, ладно, ладно, полезу. Неохота мне, но полезу. Ой, ой, ох, ох, ух, какая высокая крыша, оказывается. Ох, ух, о, все отсюда видно. О, а там что? Ой, 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 чего ты плачешь, дитятка? Я дом свой увидела. Уйду от вас. Ладно, ладно. Иди домой. И сундук, что стоит на крыше, можешь с собой забрать. Вот тебе ключ, а сундук, милая моя, дома откроешь. Кхмат обрадовалась, перестала плакать и стащила сундук с крыши. Но волшебница арбы ей не дала. Пришлось Кхмат тяжелый сундук до дома на себе тащить. Почуяла тут собака, что Кхмат домой возвращается. «Воф! Воф!
Уф! 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 Вот, вот я к маме иду, на спине сундук несу, а в нем змей полно. Что ты лаешь, псина? Ах ты старая! А ну-ка пошла вон! Ох, я сейчас тебя! О, неужто моя доченька идет? Шелк, бархат несет! Соседи, соседи, все сюда! Только не смотреть, не смотреть! Мы первые посмотрим, а то там богатства несметные! Наши богатства, все наше, наше! Взяли мачеха с дочкой сундук за ручки и потащили в дом. А в полночь заперли они двери и открыли сундук. Ой, Войдот, спасите! Войдот, драконы! Два огромных дракона вылетели из сундука и проглотили старуху и ее сварливую дочку. Соседи, услышав крики и вопли, побежали на помощь. Выбили дверь и видят, в доме никого нет. Ой, а что случилось? Посмотрите, никого нет. Что такое? Где а они? Где мать? А где же ее мать? Куда? Где? Что произошло? Какой кошмар! Искали они, искали, так и не нашли нигде злую мачеху и ее сварливую дочь Кхмат. А старик со своей дочкой Зумрад стали жить мирно и счастливо. Видите, дорогие дети, добрым и ласковым словом, трудолюбием всегда можно достичь своей цели. Таких людей все любят и хотят им помочь. А злым и невоспитанным быть нехорошо, потому что таким людям в жизни никогда не повезет.